Сегодня в эфире Arctic TV смотрите семейную передачу «Телемамы» о здоровом образе жизни, первых победах и счастливом материнстве. В этом выпуске поздравим с профессиональным праздником педагогов и воспитателей. Мы вас любим! Телемамы познакомятся с многодетной мамой Марией Савенковой и узнают, как не заскучать в декретном отпуске, который длится уже 76 месяцев. Просто идем, видим, ого, двойняшки. А ну-ка идите к нам. Так и знакомимся, так и берем к себе в банду. А еще мама Марина и мама Катя пробегут 4 километра вместе с участниками всероссийского массового забега «Кросс-нации». У меня старший бежит с мужем, а мы догоняем год и 4. Год и 4. Это первое соревнование. А меня обогнали, девочки. Вы впустите. И отправимся на экскурсию по любимому городу в канун его столетнего юбилея. Смотрите сегодня программу «Телемамы» в 20:00 на Arctic TV.